Ну, короче, все прям очень-очень плохо. Прям, знаешь, вот прям даже ужасный. Беги! Я в пещере! Я в пещере! Сережа! Беги! Ты должна жить! Всё. Ты должна жить! Помоги! Где ты ходишь? Я? Да я здесь на столбе! Да давай уже, он смотрит на меня своим одним глазом! Да тут зомби один, я не могу! Убивать кролика это максимально низко. Держи. Не, ну в принципе справедливо. Справедливо. Кстати, ты знала, что я в год кролика родился, да? Да, круто. Ты убила кролика. Я убила кролика? Да, по факту. А-а-а, кильни меня. Нет, не надо, не надо, не надо, нет. Привет, сонная Юня. Вот я и добралась до тебя. Спи. А пока я нашлю на тебя проклятие. Все мобы будут охотиться на тебя. Хочешь выжить? Закрой дверь. Юни, проснись! Проснись! Ты чё кричишь-то? Закрой срочно дверь! Нам нельзя выходить на улицу! Это очень опасно! Почему? Что случилось? Что случилось? Мобы! Они злые! Они здесь повсюду! Какие злые мобы, здесь никого нету, здесь только жители, лошадки. Ты чего, ничего здесь такого нету? Это был просто кошмар, успокойся, пожалуйста. Давай так, если тебе будет спокойней, сейчас, подожди. Давай к жителю какому-нибудь подойду. Давай. Житель, здорово, как у тебя дела? Чё за фигня, на меня напали? Сюда, обратно. Быстрее. Главное, не закрывай дверь, пожалуйста. Давай. Вот так лучше. Фу, так это все правда. А что ты тут вообще делаешь? Я живу тут со своей подругой. А ты что тут? Акакий? Ладно, видимо, это испытание нам нужно будет пройти вместе. Что нам делать? Я не понимаю, почему так сейчас как бы переживаешь и говоришь то, что испытание нужно пройти вместе. Давай, пока. Подожди, но какое испытание? Я тебя понять не могу совсем. Чтобы расколдовать Майнкрафт, нужно, как всегда, пройти его до конца и убить дракона. А я думал на телеграм-канал подписаться, и на канал подписаться, и лайк поставить, и колокольчик нажать. Ладно, если только Майнкрафт нужно пройти, то нет, без проблем. Давай, вот я пошел. Вот это вот все, что ты еще сказал. Ну и с чего же нам тогда с тобой сейчас начать? Нужно тогда... Я знаю. Сейчас добудем. Да, начнем полезные с дерева. Ресурсы. Слушай, а это выглядит как офигенное дизайнерское решение. Да, мне тоже так кажется. Давай, делать инструменты и в первую очередь кирку. А потом каменный топор. Будем сражаться с ними. С нашими жителями. Да, без разницы. Это не наши жители уже. Они нападают на нас. Это уже звучит как какое-то предательство. Тебе не кажется? Ага. Смотри, он даже не спит. Он просто стоит у своей кровати. Это так стрёмно. Нет, он стоит около дома. Там кровать рядом. Нет, там дом рядом. У тебя неправильный ракурс, давай обменяться. Давай. Да, и правда нет кровати рядом. Да, и там реально нет кровати. Так, ну смотри, я уже, в принципе, нужное количество булыжника добыл, мы уже с тобой можем сделать каменные инструменты. И давай я сделаю тогда сейчас... я должен все сделать. Опять да, я да, все да. делаю, конечно. Что еще я должен сделать? Кирочку, ну, надо тебе. Надо. Добывай еще два булыжника теперь. Булыжник, дай, пожалуйста. Да вот, держи. Все готово, держи. Тихо, не ломай, сейчас они проберут сюда. Так, я забираю свой тогда верстак. Слушай, надеюсь, когда настанет день, что-то поменяется. И они не будут нас дубосить. Ты где? Ты зачем меня пугаешь? Да не, мне так весело хотя бы. А что крипер делает вообще на... Вот там, я забыл, как это называется. Это крыша, я вспомнил. У тебя есть каменные топоры в итоге? Да, есть, я забыл тебе походу скинуть. Давай я тогда сейчас разберусь с этим големом, иди сюда, давай. Кусок ты железа! Он агрится на тебя, а я его бью. Давай, бей эту женщину, не меня! А куда ты идешь? Бей женщину! Молодец, мужик! Мужик! Помогай! Да как тебе помогать? Ладно. Так, давай, так, до свидания. Все, бей его. О, отлично, смотри, он правда за меня загрелся. Черт. Я просто... Правильно. Беги! Я в пещере! Беги! Ты должна жить! Помоги, где ты ходишь? Я здесь на столбе. Своим одним глазом. Да тут зомби один, я не могу. Пожалуйста, иди ко мне. Ладно, я помогу тебе. Просто у меня хп. У меня один хп, как? У меня три.
Добывай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Я тебя буду защищать. У меня, конечно, один хп всего лишь, но все-таки у меня уже есть, получается, 9 морковки. У тебя верстак? Нет. Там остался, что ли? Нет. А где? У меня в инвентаре. Делай батон. Из гнилой плоти не получается почему-то. Я не знаю почему. Из картошки тоже. Интересно, как мне тогда сделать? Блин. Ну, знаешь, у меня вариантов никаких нету, так что, наверное, мы с тобой без хлеба. Да, мы с тобой вообще без хлеба, хлеба вообще нету. Хорошо, ну. Тихо, крипер! Я его к тебе подтолкнул. Беги, беги. Так, ладно, держи, держи морковку. Держи морковку. Да ё-моё. Держи морковку, ё-моё. Женщина, возьми морковку, пожалуйста. Ничего без меня не можешь. Все нормально, мы справились. Так, держи, получается, твое количество хлеба. Я, наверное, тогда еще добуду. А ты пока тогда продумай план, что же мы с тобой сейчас должны будем сделать. Для выживания в таком мире, довольно-таки опасном, нам предстоит с вами сделать очень-очень многое. Например, анекдот. Жду. Рассказывай. Какие сегодня планы? За очками в оптику схожу. А потом видно будет. Юни! Фух, надеюсь, они не догонят нас. Да не догонят, у тебя есть монетка. А, курицы! Чего? Курицы дерутся! На тебя курица, что ли, напала? Да ты что, справиться с ней не можешь? Она на один удар буквально. Или нет? Нет! Окей. А, так вот, есть монетка? Я хочу желание монетка загадать. Монетка, да, есть. Предположим. Я хочу, чтобы здесь было 20 тысяч лайков. Ну какая монетка? Столько и лайк. Гнилая. Я, кстати, забыл. Вот тебе еще тогда, получается, хлебушек. Я его добывал. Держи, это твоя доля. А нам, получается, с тобой сейчас желательно шахту какую-то найти и уголечек добыть. Куда ты добываешь мой уголь? Не добывай мой уголь. Ты что толкаешься? Я упала. Ну, извините. А давай сделаем железную кирку. У меня есть 3 железа. Так почему ты ее до сих пор не сделала, женщина? Ладно, пойду сама сделаю себе верстак. Да я сейчас сделаю. Сейчас сделаю. Сейчас сделаю. Понятно с вами. Вот, вот опять. Вумен момент. Давай. Все, хорошо, спасибо. Теперь мне 16 палок. Если что, обращайся. О. Помоги, пожалуйста. Откуда она появилась? Откуда? Нет, слушай, она это откуда? Очень забавно, она как ты от ламы бегаешь. Она плюется. Она не плюется на тебя. Не плюется? Нет. Мне так жалко ее. Только давай пообещай мне, что мы в пустыню не пойдем. Там кролики. Хорошо, давай тогда в тайгу. Нет, ты меня так просто не проведешь. Хорошо, ладно, ладно, не пойдем тогда. Да, не пойдем. Какие миленькие кролики. Ну что ж такое? Я не буду их убивать, ни за что. Я их тоже не буду убивать, иди сюда. Почему меня? Почему меня? Я тебя вообще никогда не буду слушать, зачем мы в тайге? Ну ты же сказала, что мы не пойдем с тобой в пустыню. Вот мы и не пошли с тобой в пустыню. Дома, дома, тут свободно, тут хорошо. О. Подожди, мне показалось, или ты кролика убила? Нет, ни в коем случае. Слушай, ну да, убивать кролика это максимально низко. Держи. Не, ну в принципе справедливо. Справедливо. Кстати, ты знала, что я в год кролика родился, да? Да, круто. Ты убила кролика. Я убила кролика? Да, по факту. А-а-а, кильни меня. Нет, не надо, не надо, не надо, нет. Вумен, где мои вещи? Все у меня. Держи. А зачем тебе? Что, зачем тебе мотыга? Я добывал снопы сена, так намного быстрее. Что? Там свинья. Не то чтобы я боялся тебя, свинья. Ты, свинья, поняла? Ты мне ничего не сделаешь. Не, слушай, вообще, почему они стали агрессивными? Это максимально странно, я впервые вообще такое вижу. Это проклятие, как обычно. Как? Проклятие Юни какое-то. Вот все время ты появляешься, какая-то странная фигня появляется все время. Тебе не кажется, что это уже какая-то кажется, закономерность, кажется, а? Да, да. Ах ты. Вернее, мой хлеб. А почему 4 штуки ты мне всего лишь отдала? Отдай мне, пожалуйста, топор каменный. На, держи. Спасибо. Самый целый тебе отдаю. Слушай, вон там кто-то бегает, прыгает. Ты можешь посмотреть? Вот там вот. Не-не-не, все, все, забудь о них, забудь. Не трогай, пожалуйста. Да я не собираюсь. Уворачивается, не уворачивается. Помню, как-то раз я взорвал ТНТ. И 10 кроликов улетело. Но? Без но, просто улетели. Это было весело. Но зато я уже нашел обсидиан. У меня есть яблочки, и у меня нет, вообще есть все, что мне только нужно. Я убил уже кроликов всех, да? Да, реально всех уже, реально. Нет, ты думаешь, я шучу, но нет. Я, кстати, нашел здесь коптильню. О, что с тобой не так? Блин, я думал, я курятину жарил. Как не совпало, как не совпало. Слушай, ладно, возьми хоть поешь. Да вкусно. Да хватит!
хватит! Я ухожу от тебя куда-нибудь подальше. Ах, опять меня бросили. Странная женщина. Если бы мне в детстве предложили мясо, я бы никогда не отказался. Я в шахту. Я игнорирую это. Я нашла уже 6 железа. Если бы ты знал, где я. Я сама не знаю. Да я знаю, где ты. Где же? Ты не поверишь, но я несколько минут уже наблюдаю, как на тебя нападают. Что ты тут делаешь? Я же далеко. Это карма уже какая-то. Подожди, то есть у тебя уже есть железо? Железо. Да, 6 штук. Так почему ты до сих пор не сделала нам железные кирки, я не понял. Нам? У меня есть. Конечно, я ж добывал все-таки этого голема. Ты давай-ка не вспоминай все мое добро, а. Чего? Добро не помним все злые поступки, как, например, и несколько кроликов уничтожил. Чего? Пожарил их, съел. Боже, ну что-то, погоди, погоди. Тут лес просто, лес смерти. Ой-ой-ой, нет. Ну смотри, один из пунктов нашего плана мы уже с тобой выполнили. Мы, во-первых, с тобой, да, были железо, ну как мы, ты. О, файт, погоди, не мешай. Да не мешай. Нет, нет, одно сердце, одно сердце, одно сердце. Беги. Вот это точное попадание было, я надеюсь, в пятую точку. И почему ты не добываешь ничего? Работа, я кому-то деньги не плачу. Так, смотри, цель, 20 железа у тебя, 20 железа у меня, let's go. Кто быстрее, тот молодец. Да у тебя железная кирка, так нечестно. Да у меня 11 железа еще в кармане. А, тогда максимально честно, спасибо. Мне нравится эта игра твоя. Давай, давай, у меня уже 3 осталось. И все, и будет 20. Мне осталось 2. Хорошо, ну ты как соберешь 20, скажи. Посмотрим, что, кто вообще нормальный, кто вообще плохо. О, 19, спасибо. Так нечестно, женщина. 21. Ты жулик, ты своровала у меня. Ой, еще железка. Да я так не играю больше с тобой. Да ладно, не обижайся, я поделюсь. Подожди, а сколько всего у нас с тобой железа? У меня получается 19 штучек сейчас, а у тебя? 28 у меня. 28? Нифига себе. Нам больше все равно надо сделать печек тогда. А что ты делаешь? Я железо добываю, не тупи. Угу. А как ты отличаешь железо от камня? Ну, железо это железо, а камень это камень. То есть ты сейчас камень. Короче, я сделал... плавлять. Что ты? Нифига себе! Побольше играй со мной, побольше зови куда-нибудь, и тогда ты научишься. А где мой уголь, я не понял? Твой? А, наш! Где наш? Вот здесь печка. Спасибо. Вот тебе. А, тогда ладно. Цветочек, паутинка, 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 палка-палка, делай стрелу. Ой, лук. Смотри, косточка, белая шерсть красивая, цветочек, жареная баранина и шуба новая. Я не подобрала. Так ты, значит, относишься к моим подаркам. Ты их любишь соревнования, я так понял, да? Давай же проверим, кому быстрее выпадет кремень. Давай, это гениально, с руки давай, без лопаты. Раз, два, три. Раз, два, три. О, мне выпало. Это был мой гравий, ты его забрала, я видел. Вот повтор. Слушай, а неплохо, как будто кожаные штаны на тебе. Как сорвать их? Они охраняют наш портал. Ай-яй-яй. А что она так ускорилась? О нет, у меня сломался топор. Помоги, пожалуйста. А как я тебе помогу? Ну никак, ладно, не помогаю. Хорошо, хорошо. Я понял, я тебе помогу. Так подожди, у тебя же было еще железо. Почему ты вообще ничего себе не сделала? Все, у меня кончилось железо. Какая непродуманная женщина. Просто поджигай их, поджигай. Сейчас будет готовая еда, готовая еда. Надо было с кроликами так же поступить. Не надо было. Почему? Как, нельзя так. Помни, что они существуют, и они священны. Ты о ком говоришь? Про коров. Мы в Индии? Да. Понял. Где-то здесь есть сундук. Где-то здесь можно приготовить еду. Вот держи еще. Давай, скидывай, у меня все равно коптильня. Я ее не зря взял. Ты мне землю хочешь, чтобы я приготовил? Ладно, давай. Забирай. Жареной земли не хочешь? Или гвоздей? Блин, я никогда не привыкну. Как вы там поживаете? Нормально. Так, о, кремний, 2 обсидиана. Подарок. Жалко, это не Гуччи. Гуччи? Просто там плохо видно. Короче, смотри, у меня уже все есть. Я очень много еды сейчас готовлю. У меня есть запеченный картофель. Хочешь? Давай. Он закончился только что. Так, смотри, нам сейчас нужны ведра, а это опять железо. Ох, у меня все кончилось. Ну смотри, у меня есть один железный слиток и одна железная руда, но этого нам с тобой не хватит. Смотри, тут есть 18 кусочков железа. А, так давай. Так, сейчас, верстачок. Нам, по идее, сейчас же хватает, да? Да, давай сюда. Да, давай, скидывай. Давай ты. Держи. Молодец. Так, 3 железных слитка и ведро. Слушай, мы прям командная работа.
О, великий мой рыцарь, ты же умеешь делать одним ведром портал в ад? Да. Вот, держи, отлично. Мы нашли с тобой лавовое озеро, еще озеро с водой. Все должно быть супер, я в тебя верю. Ой, нифига себе, как все совпало-то, да, нифига да, да. себе, как не жестко. Не так. Почему? Не так. А нет, как надо не было? Не так. Нет, а стой. А как надо было? Не так. А как надо было? Лаву нужно оставить, она пригодится. Пожалуйста, не делай этого. Извинись передо мной, иначе вся за эта что? Лава закончится. Извини, держи свои пожитки, держи. Так ты все-таки забрала у меня, реально, да? Я забыл. Ладно, я сейчас все сделаю. Давай. Если ты не знаешь, что как бы источники лавы, они не в один блок, они намного глубже. Смотри, сейчас я все быстренько сделаю. Смотри. Давай, первое. Снимаю, опа. Второе. Так. Сюда. Хопа. Так. Третье. Сюда. Ага. Хопа. Четвертое. Сюда. Хопа. Лава закончилась. Ты мне говори, лава не в один блок. Получается, наврал. Нет, есть. Нашел? Да, хорошо. есть, все. Да я не могу дальше достать, это уже невозможно. Сейчас выкопаю. Нет, тут ничего. Нет, да какой, нет, в бок, давай, в бок. Вот, тут есть. Я тебе, ох, зря. Ты куда? Я зомби, я выбираюсь наружу. Че, здесь нормального выхода нигде нету? Это да, странно. Не, я обожаю тебя кибербабулить. Ух, еле нашла. Где ты там копалась? Я вообще лаву уже нашел без тебя. Все я сделал сам без тебя. А, короче, смотри, портал практически готов. Нам осталось, получается, раз, два, три, четыре. Четыре штучки. Два обсидиана есть. Да. Так, и нам реально хватает. Там два всего лишь таких вот кусочка осталось. Отлично. А, источника лавы. Ты мне спасибо хотя бы скажи за то, что я вот все это делаю. Извини, но у меня было пять обсидиана. Откуда? Да я не знаю. А, я вспомнил, я в деревне же находил. А, ну let's go. А, стой, давай тут поспим. А, точно, давай. А у тебя есть кровать? Да. Я с тобой рядом вообще не буду спать. Давай, ложись. Ты у меня в ногах будешь спать. Да. О, нет, они же тут на нас загрены изначально. О, боже, как мы тут... А как? Есть одна идея. Как показывал дядя Дрим, быстро, спидран. Блин, а что нам делать? Куда нам идти? Там фортресс. Тут жопа. Ты живой? Обалдеть. Смотри, слушай, хотя бы эндермен мирный. Хотя бы. Слушай, иди поговори с ним. Поговори с пиглином. Хеллоу. А, слушай, зря, наверное. Не оборачивайся. Полин. Фортресс, бежим. Так, окей, ну а сейчас с тобой задача тогда... А подожди, а почему мы не торговали с пиглинами? А мы их не нашли. Точно. А на золото нет. О, блин, надо было щит сделать, а железа нету. Есть железо. Ставь печку. А, 6 печек, одну поставлю. Подожди, одно железо? Ну да, я говорю, одно железо есть. Что тебе не нравится? Ладно, держи до... А у тебя есть, наверное, да, доски? Нету. Держи, сделай себе щит и дерись. А я буду красиво фотографировать. Давай, вперед! Кто мужик здесь? Я! Раз я мужик здесь, я должен стоять и смотреть. Давай! Ту-ту-ту! Давай! Ту-ту-ту! Один есть! Пока! Там один в крысу со спины напал. Полсердечка, давай теперь ты. А я-то почему? А у меня полсердечка осталось. Ударишь, я умру. Давай! А, не дождетесь! Давай! В полымя! Давай! Ты сможешь добыть 6 ифритных палочек, я в тебе верю. Да я уже добыл 2. Ого! О, третья пошла. Да, дай-ка мне каменный топор, быстро. На, так, я новый сделаю. Давай, делай. А я пока тогда буду разбираться. Мне пока что как-то больше везет, чем тебе. Ну что? Ну, короче, все прям очень-очень плохо. Прям, знаешь, вот прям даже ужасный... Орда, вперед! Да что на меня-то? Вот здесь, смотрите, вкусная женщина. Даже они понимают, что мужик лучше. У меня вопрос к тебе один есть. Да. Почему вот это все время попадается в этом мире? Возможно, в этом скрыта какая-то тайна. Ну-ка, посмотрим. А, можешь встать рядом? Смотри на меня. А, нифига себе, откуда здесь такой автопортрет? Я не знаю, как справиться против этой толпы. И плюс эндермен. А, он был пустышкой. Я беру на себя позитивных мобов. Поджарю! Ты берешь на себя... Нет. Прыгай в воду. Сюда, ко мне. Разворот. Воду, быстро. Бегу. Нет, сюда. Давай.
Ух, выжила, да? Да, ты меня вообще спас. Убил Эндермена? Нет. А сейчас? Пока нет. А сейчас? Пока дышать, нет. Дышать, дышать, дышать. Где он? Он сейчас должен прийти. Давай, и оп! Да что ж такое? Без меня ты ничего не можешь сделать. Все могу. Ну и что, набьем полные карманы снега? Кто ответственный за лопату? Я. Где лопата? У тебя в руках. Справедливо, погнали! Слушай, у меня 7 стаков. Ну что, крафти око Эндера и погнали убивать дракона. На самом деле, край будет самым безопасным местом, потому что эндермены на нас не нападают. Что-то не в ту сторону вообще начал смотреть. Да я... Настолько все плохо? Не-не-не, кидай ты, я невезучий какой-то. Все, вперед! Здесь? Точно? Да. Пока что ничего нет. Жалко, что ведро слабое у тебя. У меня ведро с водой. Ты сможешь жалко, безопасно что ведро спрыгнуть. С водой. Я! Повезло, давай, прыгай, 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 прыгай. А воду, воду. Давай, прыгай. Ставь кровати уже, давай. Одну оставим, все остальные заберем и пойдем взрывать эндер-дракона. Взрывать? Ну ладно. Снежки на готове. Лови! Нет, я посмотрела случайно из-за тебя, я хотела на... Я на вас смотрела, на него. А, все понял. Ты пока бегай, отвлекай, я все сейчас сделаю. Давай. Как-то непривычно с помощью снежков, конечно. Попадаешь? Ну, в один попал, в этот не попаду, кажись. Или попаду? Давай. Не трать так много, пожалуйста. А я же зря выкапывала. О, давай. Какой ты крутой, а мне не получается. Вумен! Воду ставь, Woman! Я прыгаю! Сейчас. Не сейчас. Не дождалась ты. Не, да долго ты, долго. Ну чё, спускайся! Я... Хорошо. Так, готова? Да, готова. Чё, сейчас нажимаю? Нет, не сейчас. Сейчас? Нет. Сейчас? Нет. Сейчас? Нет. Сейчас! Этот фокус я посвящаю своей маме. Все, больше нет приколов у меня. Что-то слабовато. Он сейчас сядет! Наготове, давай! Обманул. Где он сядет? Ну, он выглядит так, как будто сейчас сядет. Вот сейчас точно сядет! Вот, сейчас сядет! О, да! Иди сюда! Да не, я посмотрю. Да. Мне отсюда интересно. Да. Ну давай! Как достать? Дракон, возвращайся на родину! Почему так высоко? Я не знаю! Ладно, херачь его своими волшебными способностями. Дракон, ты... Не сработало. Дракон, ты! Так просто? Вот серьезно? Слабонервный чел. Ну какой-то, ну лох реально. О, видел! Ты видел? Обалдеть! Да, оно туда упало, оно упало в портал. Спасибо большое за просмотр! Это было невероятно странно, сложно и, Я знаю, что ты хочешь сделать. Да, правда? Ты хочешь устроить аквадискотеку, я знаю! И ладно, ты хочешь, чтобы я умер. Нет, не хочу. Ну что, ребята, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравилось данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно же, жмякайте на колокольчик. Не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами была Юни, а также... Акакий. Почему мы полами поменялись? Это очень странно. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова!